Комодки, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль вокально-инструментальный под названием «Молодость». Ударник, ритм, соло и бас. И, конечно, ионика. Руководитель был учителем пения. Он умел играть на баяне. Hey! Что училась на год младше. У нее была склонность к завышению. Она была влюблена в ударника. Ударнику нравилась Оля, та, что играла на ионике. А Оле снялся соло-гитарист и иногда учитель пения. Имел роман с географичкой. Об этом знала вся школа, не исключая младших классов. Он даже хотел...